Ордонская больница в будущем может стать современным медицинским межрайонным центром. Об этом на своем рабочем заседании заявил министр здравоохранения республики Михаил Ратманов. Теперь медицинские услуги Ордонской больницы станут еще более доступными для жителей из соседних районов. В этом году в больнице Ордона появилось неврологическое отделение. Наряду с этим расширили хирургическое. А приемное отделение и все машины скорой помощи оснастили современными кардиопультами. В то же время министр здравоохранения обозначил и ряд других проблем. Они касаются недостаточно высоких показателей жизни и здоровья. В связи с этим особое внимание необходимо уделять более тщательному проведению диспансеризации населения. Урузмак Баликоев, мобильные новости, Иристон ТВ.